Меня зовут Лизунов Илья. Я учусь в 11 классе 8 школы города Владимира. Занимаюсь рукопашным боем. Выполнил норматив КМС, то есть кандидата мастера спорта. Было бы хорошо выполнить норматив мастера спорта и выступить на чемпионате мира по рукопашному бою, стать первым. Спортом занимаюсь всю сознательную жизнь. Первые соревнования прошли не совсем успешно, но первую победу я запомнил очень хорошо. Это было где-то год занятий спорта, вот именно рукопашным боем. Он развил, скорее, силу воли, силу духа, упорство, настойчивость. Лучше уже заниматься спортом, чем бездельничать или заниматься чем-нибудь нехорошим. Буду заниматься спортом, пока позволяет здоровье и возможность.